как превратить гениальную актрису в профессиональную фигуристку? Очень просто. Нужно дать ей хорошего тренера, а лучше двух. Ну, например, Илью Авербуха и Александра Жулина. Проверено на практике. Ингеборг Дапкунайте и Александр Жулин. У нас кино. Ждут актеров. Они встали на место. Их спрашивают, вы готовы? Мы говорим. Да. И тогда мы начинаем. А тут они все время должны быть готовы. Все время. Вот так. Нет, мы этого не делали. Мы делали это, и ты крутишься. Нет, подожди. Мы делали нет. это, и здесь я потом... Да, да, да. Нанайно. Да, но я как по-другому крутился. Слезай. Вся проблема порой, вот лично моя, заключается в том, что я хочу как бы результата быстрее. Вот мы да, проехали под рукой. Пожалуйста, сделай по прямой. Вот если я скажу по прямой, ты сделаешь то, что мне надо. Я знаю же тебя. Сделай по прямой. Вот туда. Вот смотри, куда ехать. Вот туда ехать. Я понимаю, что я очень раздражаю Александра, который говорит. Ну так, ты банан съела, попила воду. Ну так, что, куда еще побежишь? Позвонить еще позвонить. Можешь встанет на место. Молодец. Все, идеально. You okay? Очень поднялась планка, на мой взгляд, потому что Ингеборг, она совершенно, ей абсолютно все равно, какие оценки мы получаем, ей лишь бы платье одеть и танцевать, получать удовольствие. Нет, не, ты катилась, ты мне отдавалась. Ты сейчас сопротивляешься, ты отдайся. Давай, отдайся. Вот. 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 Мы как раз говорили со спортсменами вчера, что они... В отчаянии того, что мы не запоминаем быстро шаги. А я сказала, а вы текст, вот страницу текста быстро так запомните. И так, еще с чутцем и с таким каким-нибудь смекалкой прощайте. Они сказали, легко. Чуть-чуть сюда, на нас. Вот и голову видишь. Вот и все. Если бы мы знали, что же не помним. Мы же горшки-то допускаем. Дуэт – это подразумевает мужчина и женщина. Поэтому очень много зависит от культуры жеста в этом номере. И вот эту культуру жеста мы постараемся как раз показать. Ну, посмотрим, что из этого получится. Встречайте Ингеборга Дапкунайте Александр Жулин. Я напомню, что два прошлых соревновательных дня закончились победой Ингеборги и Александра. Они, правда, делили с другими парами первые места, но в прошлый раз показали максимально возможный результат, который нельзя уже улучшить. 12 баллов. Ингеборга с Александром не перестают удивлять, и тема сегодняшней программы им
очень подошла. Они показали прекрасный танец. Но вот в прошлый раз было 12 баллов. Абсолютно все шестерки. Фигуристы подняли на высочайший уровень планку притязаний и планку требований к себе. И теперь нужно этому уровню соответствовать. Это очень тяжело. Но сегодня, на мой взгляд, Ингеборге с Александром это удалось. Очень хорошо вошла в эту поддержку на шее. Да? Угу. Мягенько. Чистенько. Саш, хорошо. Очень хорошо. Очень красиво и достойно. Они два ребята. Знаешь, вот я говорю, дышали, не катались, а дышали. Это самое главное. Александра Жулина. Ну вы посмотрите, опять высочайшие баллы. 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 6 баллов. За артистизм 6-0. Ого-го! Все шестерки во второй оценке. И опять максимум, как и неделю назад. 12 баллов. Супер результат. Сумма 12 баллов. У меня нет слов. Катя, может быть, у вас будут какие-нибудь ответы? И сейчас я вам хочу рассказать одну интересную историю. Как вы уже поняли, я сегодня буду выставлять оценки, которые у нас не входят в протокол соревнования. Два дня назад, раскрою тайну, мы с Ингой встретились в одном месте в одно время. Случайно. И я вспомнила, как Женя в одном из интервью рассказывала о том, как соперники иногда друг другу могут подсунуть в коньки гвозди, украсть конек или сделать что-то еще ужасное. Вот я хочу всем сказать, коллеги Ингеборги могут не беспокоиться. Она никогда ничего подобного не сделает. Потому что если бы вы слышали, как она говорила о своих коллегах, о тех, с кем она танцует. Это ее конкуренты. Они могут быть лучше, могут быть хуже. Но Инга говорила только одно. Я в шоке. Каждую неделю, когда идешь на это шоу, думаешь, ну что они еще придумали? Чем они тебя подденут? Поведут ли они тебя за собой? Забудешь ли ты, что тебе надо судить? Забудешь ли ты, где ты находишься? Вот сегодня я абсолютно забыла, где я нахожусь. Спасибо вам большое за это состояние, которое вы вызываете своим настоящим творчеством у меня. Большое вам спасибо. Спасибо. Очень красиво, очень. Ингеборга, вы говорили, что фигурное катание для вас – преодоление себя. Что вы преодолели за эту неделю? Вы знаете, вот во всем этом номере есть одно местечко, в котором есть один маленький шажок, который называется откат, или как? Откат. И я никогда не могла его сделать, и это было 2 месяца борьбы. И вот 2 дня назад я его сделала. Это моя очень большая победа. Ингеборга, вы вообще не обращаете внимания на оценки. Может быть, в этом и есть успех? Нет, я обращаю внимание на такие оценки, конечно. Как же их не видеть? Что вы? Конечно, обращаю. Но, как бы, как сказать, я всегда говорю, что мне очень-очень нравится процесс. И, например, у меня новая задача сейчас есть. Я не знаю, выполню ли я ее до конца, как бы, когда я буду. Потому что, например, самое сложное, это после, когда тебя крутят, крутят, крутят на поддержке, ставят, и так весь мир после этого так делает. И это называется, Александр говорит, это вестибулярный аппарат. И там есть какое-то серое вещество, которое должно устаканиться. И вот, чтобы его устаканить, надо много вращаться и практиковаться. Но если это мне не пригодится на этом проекте, то оно мне пригодится в жизни, это точно. Саша, а что вы больше всего цените в своей партнерше? Больше всего ценю? Ну,
Вообще, как ни странно, чувство юмора. У нее прекрасное чувство юмора, и нам очень как-то легко работается. И бесстрашие. Она прыгает во все поддержки так, что я порой падаю на нее, через нее, на голову. Но на самом деле это бесстрашие помогает нам придумывать какие-то очень интересные элементы, мне кажется. Спасибо, ребята. У вас потрясающий номер, вы потрясающий дуэт. Я вас поздравляю.